Почему вы вдруг решили стать криминальным авторитетом? Не читать детства. Меня ждали черти со сковородками. Цель – дракон. Настоящее имя – Чен Цзинь Лун. Но все оказалось гораздо хуже. Сегодня же поплатишься. Эй, папаша. Что вы такое? Я. Ванюша твой, сынок. А голос-то так сквознячком надуло. Господи. Я майор уголовного розыска Хромов, которому ты, ботаник, год назад сорвал спецоперацию. Главное выяснить, какая у нее есть последняя информация по дракону, где он последний раз засветился. Мы же не собираемся сами спецоперацию проводить. А почему бы и нет? Я младенец. Ты вообще хрен знает кто. У нас идеальное прикрытие. Давно не брал я в руки шашек. Мы так не оторвемся, ты подай там угля! Пожалуйста, осторожно! Не учи отца кататься! У меня 30-летний стаж вождения! Дави, сказал! Такие зэки.